Здравствуйте, мы в Берегами, смотрим дом на продажу, недостроенный, со своим участком. С этой стороны нету пока забора, там соседи. С этой стороны вон там оранжевое здание, это школа, оттуда вот галдеж слышен. Думаю, нужно забор поднять в два раза, наверное. С этой стороны забор, соседи. И там идет гора. Одна зона. Справа отдельная комната. Здесь зона гостиной. Здесь план. 3D-шка. Как должен быть выглядеть дом после окончания ремонта. Здесь вторая комната. Там окна соседи, но здесь должен быть забор. Когда будет забор, окна будут выходить на забор. Здесь большие окна в пол. И третья комната. На первом этаже 3 комнаты, на втором этаже запланирована 1 комната. И здесь санузел. Это район, по-моему, называется Кумбалгама, за Велигамой. Вот такой дом. Всего 4 комнаты будет.